Итак, ребята, всем привет, с вами Костя Краснов. Называется маршрутка Mercedes-Benz Sprinter 408. 1997-1998. Хорошенькая маршрутка. Двери открываются. И дверка тоже открывается в салоне. А, красивенькая. Вот она в салон. Тихо, сюда. Этот здесь зеркало. Открытая форточка. Ящик не открывается. Вот, ящик открывается. Погажите. Фортку. Открытие люка. О, красивенькая какая. Это там, вот это колеса. Колеска. Фары. Бампер передний. Решетка радиатора. А сзади фонари. Бампер. Хорошенькая маршрутка Mercedes-Benz Sprinter 408. Это же модель автостоящий. Хорошо. Это называется маршрутка Mercedes-Benz Sprinter 408. Да. Красивенькая, да? Шарф убери в сорту. Настоящий. Вот моя маршрутка. Надо убрать их. Настоящего дня. Сейчас закроем. Какая же ты... Какая-то маршрутка красивенькая. И красавица. Вот это да. Уф. Красота. А это же маршруточка красивенькая, да? Мип! Сейчас. Как убрать? Сейчас. Сейчас уберу. Все. Убирать. Это же какая красивенькая маршрутка. Красивенькая маршрутка. Прикольная. Называется стоящего дня. Этот с конечной остановки накатались. До Бусинова. Сейчас и так. Да ладно, уже красота. Красивенькая, так. Спасибо за просмотр, с вами Костя Краснов. Называется маршрутка Mercedes-Benz Sprinter 408. Этот же маршрутка. Этот был в прошлом веков. 1998, 1997, 1999. И красивенькая маршрутка Mercedes-Benz Sprinter 408. Пока!